широкоугольный объектив 0,45x, плюс насадка в виде объектива 12,5x, подходит для широкого использования. При помощи данных объективов можно делать великолепные снимки как группы людей без темных областей по углам, так и макрообъектов. Для того, чтобы снимать в эффекте фишай, необходимо скрутить линзу фишай и линзу макро вместе и установить их на камеру телефона. Линза фишай работает только в паре с макролинзой. С помощью линзы рыбий глаз вы можете делать практически полнопанорамные снимки. Макрообъектив в основном используется для съемки небольших объектов. Может увеличить объект в 10-12 раз. Для этого держите камеру на расстоянии 1-2 см от объекта съемки. Макрообъектив отлично подходит для детализированных снимков крошечных объектов, цветов травы, монет насекомых и так далее. Фотообъектив подходит для большинства смартфонов, iPad, планшетов с диаметром камеры меньше или равным 13 мм.